Неподалеку от автоколонны 1269 в ДТП попала учебная машина дорожного техникума со стажером за рулем. В Короллу врезался встречный фургон, масса которого превышает вес Тойоты раз в 10. Ошибся в этом случае вовсе не начинающий водитель, которого сопровождал инструктор. 18-летний студент ехал в границах своего ряда с разрешенной скоростью и не совершал никаких маневров. К сожалению, его наставник совершенно не видел, что случилось за мгновение до удара. Он смотрел в другую сторону и увидел Nissan дизель за миг, после которого учебный автомобиль оказался местами разорван, а местами смят. Причину, по которой двинул фургон на встречную часть дороги, его шофер обрисовал скупо и кратко. Он ничего не говорит, что он говорит, что была помеха на дороге. Вот. Помеха На дороге, на его проезжей части была помеха. То есть он таким образом от удара уходить пытался? Говорит, что да. Ну, тормозного пути ничего нету. По версии шофера фургона, перед ним слишком резко затормозила автолюбительница. Чтобы не таранить ее машину, водитель попытался сместить грузовик ближе к осевой линии разметки и таким образом выехал из ряда вон. Совершенно очевидно, что виновником столкновения признают шофера грузовика. Кстати, если бы виноват в ДТП был бы ученик, фактически сидевший за рулем машины, за аварию отвечал бы инструктор. Однако студент учителя не посрамил. С места происшествия Валентин Борозняк, Александр Ефанов и Степан Симонов.